Итак, друзья, всем привет! Сегодня пришло у нас вот такое вот послание из страны восходящего солнца. Нет, нет, это про Японию. А у нас здесь Китай. Вот такая вот тоненькая штуковина, интересная. Ну, сильно переворачивать не будем, как обычно. Мы ее сразу и откроем. Что же нам привезли, товарищи? Кстати, хочу заметить, что вот здесь есть у нас волшебный скотч. Он все-таки есть. Это значит, что все-таки вскрывалась эта штуковина на таможне. Скорее всего, эта штука пускай здесь будет. Вот. Итак. Так, что хочу сказать. Это у нас получается штуковина для фотографий. Надо ничего здесь не поранить и очень аккуратненько открыть. И что же мы с вами видим? Пустой пакет, да, и вот такая вот штука. Опа! А в пакете у нас, как обычно, две бумажечки. Итак, ну это одна бумажка, обычная бумажка, которая, в общем, ни о чем не говорит. Итак, что же у нас это такое? Всем хорошо видно. Это отражатели. Друзья, отражатели для фотосъемки от солнца, чтобы солнечные лучи очень качественно отражались. Made in China, по-китайски я не говорю. И вот так вот высовываем. Я долго ждал. Кстати, с магазина Gearbest пришла эта посылочка. Шла на 2 недели до Крыма. И мы делаем, я сделаю в стороне, потому что, ну, сами понимаете, что он большой. Правда, не такой уж большой, но вот я хочу показать, что это только его часть. Как вы видите, чтобы камера здесь не свалилась, секундочку. Как вы видите, вот он целый, круглый, большой. Давайте я немножечко покажу еще вот так. То есть вот он, здоровенный. Ну, я бы не сказал, что он слишком здоровенный, всего лишь 80 сантиметров в диаметре. Вот, черный. Это какой? Серебристый. Затем, что у нас еще? У нас здесь есть... Как-то неудобно это все так. Я такие не привык делать обзоры. У нас здесь есть вот такая вот, как вы видите, молния. И мы открываем, собственно говоря. И, в общем, этот отражатель 5 в одном. Здесь есть, сейчас я поверну, здесь есть черный цвет, как вы видите. Одну секунду, это я, может быть, даже вырежу, а может быть и нет. Есть черный цвет, есть золотой цвет. Так, сейчас попробуем. Золотой. Надеюсь, видно все-таки хорошо. Белый. Белый он получается на просвет. Я хотел его использовать в качестве фона, но я думаю, что вряд ли у меня это получится. Да, на просвет у меня, к сожалению, не получится, но... Вот золотой. Но у нас здесь вроде есть еще и белый. Вот он белый, который просвечиваться особо не будет. То есть вещь довольно интересная, я еще им не пользовался. Так, насколько я понял, вот так вот вытаскивается, просто вытаскивается из этой сумки, так сказать. Как-то вот так скручивается. В общем, страшная вещь такая, друзья. Ну, не знаю, что вам еще рассказать по этому поводу, когда тут ничего не видно. Еще раз, золотой, белый, серебро и черный. Вот, 5 в одном, стоит не так дорого, но... Вещь на самом деле очень качественная и хорошая. Рекомендую. Ну, а на этом все. Самый, наверное, короткий обзор за все время съемок. Давайте, друзья, пока. Всем удачи.